Задача нашего фильма трудна и в то же время проста. Несколько набросков, несколько штрихов к портрету – это и в самом деле не так уж сложно. Но не в том случае, если речь идет о Михаиле Шолохове. Стокгольм. Шведский король Густав VI Адольф вручает диплом и медаль лауреата Нобелевской премии автору «Тихого Дона». Великий писатель. Мировое признание. О Михаиле Шолохове, писателе и человеке, написано великое множество книг, научных исследований, воспоминаний. Это и сегодня еще не закрытая, неисчерпаемая тема. Однако задача нашего фильма не в поисках новых слов и научных открытий, она гораздо скромнее. В год, когда исполняется 100 лет со дня рождения писателя, нам бы хотелось вновь коснуться главных век его жизни и творчества. Напомнить о нем подрастающему поколению читателей. Михаил Александрович Шолохов родился 24 мая 1905 года на Дону в станице Вешенской. Родная природа, родная речь, не похожа ни на что колорит казачьего быта, яркий и сочный характер. Все это с самых ранних лет запало в душу мальчика, отложилось в отдаленных уголках памяти. Я стараюсь смотреть каждый раз, когда показывают по телевидению фильм, и каждый раз я вспоминаю, что было тогда. Но иногда я забываю, что это фильм, в котором я снималась, и я смотрю это как произведение, потому что фильм, конечно, очень хорошо сделан. И я удивляюсь тому, как все-таки он не стареет. Наверное, он сделан так, чтобы он оставался молодым. Супруга Шолохова Марья Петровна не только печатала на машинке его произведения, но и являлась первой их читательницей. Была она также единственным и незаменимым советником мужа. К ее замечаниям он всегда внимательно прислушивался. В дороге Великой Отечественной войны Михаил Александрович Шолохов прошел уже зрелым и признанным писателем. Слышал свист пуль и разрывы снарядов над головой, но и тогда не выпускал из рук свое перо, писал, записывал, запоминал. Дороги войны, героика будней, народные судьбы, жизнь и смерть. Из всего этого и рождались другие его бессмертные книги, такие как «Они сражались за Родину. Судьба человека». Председатель Президиума Верховного Совета СССР награждает Михаила Шолохова орденом Отечественной войны первой степени, одна из многих его наград. Творчество Шолохова тесно связано с советским кинематографом, и это неудивительно. Мышление писателя, стилистика его письма, яркая образность, жизненность его характера – все это как нельзя лучше соответствовало природе кино. Герои Шолохова просто просились на экран. Это уникальные кадры рабочих моментов фильма «Они сражались за Родину». Творческая группа в перерывах между съемками. Сергей Бондарчук, Юрий Никулин, Василий Шукшин. Василий Шукшин, потрясенный встречей с писателем, позже скажет: «Для меня Шолохов – олицетворение летописца. Шолохов вывернул меня наизнанку». Несколько лет назад префектура Юго-Восточного округа Москвы, одна из первых в столице, уделила должное внимание памяти Михаила Шолохова. Текстильщиков в музее Шолохова
можно увидеть письмо префекта округа мэру столицы с предложением поставить памятник Шолохову в Москве на Волжском бульваре. Инициатива нашла у Юрия Лужкова своевременный отклик. Каждый год 24 мая, в день рождения великого писателя, у этого памятника собираются сотни москвичей, делегации, прибывшие из Ростова-на-Дону казаки и кадеты. Я думаю, вы поймете меня, если я скажу, что для членов семьи вот такого рода мероприятия, они очень трогательны и очень радостны. И немножко грустный, конечно. И поэтому вы поймете, что я не хочу ничего сказать, кроме слов благодарности, которые я от всех членов нашей семьи хочу принести и в адрес мэрии Москвы Юрия Михайловича Лужкова, и в адрес префектуры, в адрес Владимира Борисовича. Названа кадетская казачья школа в юго-восточном округе Москвы. Большинство из этих кинематографистов были знакомы, общались с Михаилом Шолоховым. Народный артист России, кинодокументалист Клим Лаврентьев был одним из первых, кто снимал Шолохова. Сохранившиеся до сегодняшнего дня хроникальные кадры, запечатлевшие великого писателя, дошли до нас благодаря его фильмам. Первый в мире космонавт Юрий Гагарин в гостях у Михаила Шолохова. Это выступление Шолохова было снято ровно 40 лет назад, к его 60-летнему юбилею. За последние 3 дня я так примелькался сам себе на страницах газет, журналов, несмотря на мою упорную сопротивляемость лестным словам, я просто охладел и чувствую себя постаревшим за эти 3 дня на 10 лет. Так что смело можно было бы праздновать не мой 60-летний юбилей, а 70-летний, чтобы вам всем не затрудняться еще через 10 лет.